К лету в Кирове отремонтировали некоторые фасады домов, высадили цветы, обновляют дороги, открыли по выходным пешеходную Спасскую. А что еще хорошего заметили кировчане? Это мы решили выяснить у них. Сначала запустили опрос в нашей группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» и спросили, какие положительные изменения в Кирове вы заметили. Итак, 33% кировчан считают, что стало больше интересных и культурных мероприятий. Еще 32% респондентов считают, не заметили никакой позитивной динамики. И Киров стал зеленее, дороги ровнее, говорят 3%. Другие ответы в нашей рубрике «Мобильный журналист». Ну, чище стали улицы, город стал красивее сам, новые дома начали появляться. Городские парки начали становиться красивее. Очень новостройки такие примечательные, замечательные. Дворы начали ремонтировать. Много чего изменилось. Культура, поведение нет на дорогах и во дворах пьяных. Ну, за последнее время, мне кажется, он стал намного чище. Очень приятно, что везде играет аудиоспровождение, музыка. Ну и, не знаю, люди вроде бы такие улыбчивые. Ну, поскольку я мама двоих детей, замечаем, что больше для детей каких-то площадок интересных, где можно поразвлекаться, мероприятий различных, даже бесплатных. Тут много комфортных людей, очень много. Сам по себе город очень комфортный. А в чем? Ну, не знаю, архитектуры красивые очень. Мне тут нравится. Вам более следят за ухоженностью территорий парков. Больше парков стало. Красиво везде стало, ярко, солнечно так. Не знаю, мне кажется, на месте не стоит, у вас прогресс тоже. Ну, покраше стал. А в чем покраше? Ну, асфальт сделали хороший, тут новенький. Покататься везде.